А компания IKEA отзывает из продажи в США и Канаде 36 миллионов комодов. Причиной послужила смерть 6 маленьких детей, которые были задавлены шкафами. Жертвами стали малыши в возрасте от года до 2 лет. Представители торговой группы попросили тех, кто уже купил опасные предметы мебели, убрать их из жилых помещений или же вернуть в магазин. Комоды продавались на рынке более 10 лет и пользовались популярностью среди покупателей из-за низкой стоимости.